Не знаю. Наверное, куплю и самолетик, и кораблик. Крутяк, спасибо, пап. А как твои дела? Вот, держи. Налезли на меня! Пожалуйста, я не виноват! Держи носовичок. Ты что? Это же деньги! Ну да. Ну, конечно, я твой друг. Как же без тебя? Надеюсь, папа мне не будет так сильно ругать. Ребята, а вас родители наказывают за плохие оценки? Напишите в комментариях. И поддержите меня лайком, пожалуйста. Хоть бы пронесло, хоть бы пронесло. Смотрю, урок и выучил, да? А у нас сегодня была контрольная, так что мне сегодня ничего не задали. Кстати, о контрольной. Сколько получил? Отлично, 5. Ну, красавчик. И что мне за это будет? Ну, как я обещал, подарю экстрим парк. Норм, спасибо. Я вот думаю, может, самолетик новый купить? Точняк! Или новый кораблик? Не знаю. Наверное, куплю и самолетик, и кораблик. Крутяк, спасибо, пап. Ой, пап. Ты дома? Да, смена закончилась чуть раньше. Сейчас часик отдохну и пойду на другую работу. А как твои дела? Ну, понимаешь, я это... Вот, держи. Это же двойка! Ну, понимаешь, я учил, а потом Олигарков попался на подсказки, а я его выручил, а сам не успел. Но ты же не так сильно злишься. Сержусь? Нет, да ты что? Подумаешь, двойка. Ну, бабочка, только спокойствие. А ничего, что я работаю круглосуточно на двух, а то и на трех работах, чтобы оплатить твою эту учебу. Налезли на меня! Пожалуйста, я не виноват! Я на трех работах работаю! А ну, а знаешь, ты прав. Чего это я? Я больше не буду платить тебе за эту престижную школу. Сам выкручивайся. Бабочка, я же другу помогал. Я же не виноват. Это же все Олигарков. Отлично. Пусть он за тебя теперь платит. Ну, пап. Ты знаешь, я от тебя такого не ожидал. Ты меня разочаровал, сынок. Как сделать так, чтобы папа передумал? О, бездельщиков, привет! Привет, Олигархов! Чего тут сидишь? Я думаю, что ты целый день домашку зубришь. Нет, мне вообще ее делать не нужно. Типа бунт? Да, не ожидала от тебя такого, красавчик! Я ухожу из школы! В смысле, а как же я? То есть я хотел сказать, ты же так сильно любишь учиться. Держи носовичок. Ты что? Это же деньги! Ну да, у меня нет других носовичков. Так рассказывай, что у тебя там случилось? Ты понимаешь, что папа сказал, что он больше не будет платить за школу из-за той оценки по контрольной. Так что пойду я в обычную школу. Ну ничего. Но ты же все равно будешь со мной дружить.
Блин, так если этот ботаник уйдет в другую школу, кто тогда за меня решать все будет? Блин, что же делать? Думай, олигархов. Не заплатить некому, чтобы за меня подумали. Точно, заплатить. Что ты там говоришь, я не понял. Ничего, кажется, я придумал, как тебе остаться в школе. Правда? Вот, смотри, этого хватит заплатить за школу. Хватит. Ты где это взял? Украл? Признавайся. Вот ты чего? Это мне друг дал. Какой друг? Он что, олигарх? Олигархов. Что? Ну фамилия такая, Олигархов. Я тебе же рассказывал. Сынок, мы не можем взять эти деньги? Почему, бабочка? Пожалуйста. Потому что это очень большая сумма. Но олигархов мне сказал, что это деньги папочка ему дал на карманы и расходы. И вообще, на неделю он может прийти и сказать, что он их потерял, и папочка ему еще даст. Ну, не знаю. Папочка, пожалуйста, я буду хорошо учиться. Честно, больше никаких двоек. А ты сможешь только на одной работе работать. Ух, да. Я очень устал. Только один единственный раз я на такое соглашаюсь. Слышишь? А будешь плохо учиться, перейдешь в обычную школу, а деньги вернешь. Ура! Спасибо, папочка, я пошел! И все выучил, и за школу заплатил. Хочу себе синий лаборгин, новый синий. О, пиздечка, привет! Ну что, ты остаешься? Да, спасибо огромное, ты настоящий друг. Ну ничего, отработаешь, все за меня будешь делать. Ну конечно, я твой друг, как же без тебя? Как же мне повезло, у меня есть такой самый лучший друг, правда, ребята? Напишите в комментариях, олигархов мне ведь друг, правда? И подпишитесь на канал, пожалуйста. Ой, сейчас урок, кажется, начнется. Всем пока-пока!